У випадку, коли бажан зберігає у своєму перекладі грузинську реалію, а по контексту неможливо її зрозуміти, він сам створює потрібний контекст. Наприклад, в поемі «Весела весна» є епізод, коли опочивальню молодих охороняють дружки, хлопці та дівчата, макарі і мдаді. Бажан перекладає: «А всі макарі і мдаді, як личить при обряді, їх спочив берегли». В оригіналі немає слова «обряд», а бажанові необхідно підкреслити це для своїх читачів. А щодо конкретного значення слів, він їх, як правило, подає в коментарях. Бажан без змін залишає в перекладі і слова негрузинського походження, які використовував Гормішвілі. Наприклад, такі: «Пешкаш-дур» – прийми винагороду, «Сераскір» – воєначальник турецького війська, «Таракам» – Туркменістан, а також назви вітрів з поеми «Весела весна» – «Еврос», «Кекія», «Фінікс», «Зефір», «Ліпсі», «Борей», «Аргест», «Алів», «Левант». Перше, написавши на тих стягах «Пешкаш-дур», друге, кахетинський цар провідав, що з вояцтвом Сераскір, як до меду линуть оси, лине до грузинських гір. Третє, родом він був з Таракаму. Четверте, звавсь Евресом Амір тієї раті. Він з Кекія, це вороги завзяті. З ним Фінікс був невгавний, Зефір і Ліпсі славний, і Нотас і Борей вояцтво літа Кекія очолив, що Зевросу коритися не волив. Він був з Аргісом сміливим, з Ергасієм, з Апілом, з Левантом запальним. При передачі реалій навіть у такого досвідченого майстра, як Бажан, трапляються і ляпсуси. Наприклад, пастухові Кацвія батько каже: «Пий доки що це молоде Маджарі, а потім дам старого в повній чарі». З витязя в тигровій шкурі ми вже знаємо, що Маджарі – це молоде вино. Як же тоді зрозуміти вираз «молоде Маджарі»? На щастя, в усьому перекладі це чи не єдиний випадок подібного недогляду, тому він ніяким чином не псує те прекрасне враження, яке справляють, підкреслимо ще раз, уживані з тактом реалій. Перекладаючи «Девітіані», Бажану не довелося ґрунтовно переробляти і навіть повторно переписувати цілі розділи, як було з витязем в «Тигровій шкурі». Хіба що поет удосконалив окремі строфи чи рядки. Процитую найхарактерніші приклади, де Бажан надає текстові більшої смислової точності, поетичної виразності і стилістичної стрункості. «Я на дикім винограді рву плоди достиглі й ярі, і на спомин любим дітям з них роблю своє маджарі. З диких ягід винограду я зробив своє маджарі, і на втіху любим дітям приношу його у чарі. Став, мов хлопчик, я збирати рештки овочів з городу, уперся лиш дрючка узявши між мисливського народу. Позбирав я після шоти рештки овочів з городу, взявши дрюка між мисливців, вперся схожий на заброду. Спраглим за вино дорожче ковть водиці невеличка,
прийде час, солодка стане, ця посохла груша дичка. Люду спраглому здається, краще од вина водичка, буде в скруті смакувати і кисличка груша дичка. Здається, і мловий огір жвавим, як один він поскакав, де нема людей високих, там низький високий став, бачать там красу в потворі, де нема красі прояв. Книгу цю візьму як книгу, той, хто інших книг не мав. Скакуном, здається, і шкапа там, де скакунів немає. Між карлятами низенький велетнем себе вважає. Зве красунею потвору, люд, який красу не знає, книгу цю візьме як книгу, той, хто інших книг не має. Добрий лікар той, що робить сам цілющі ліки він, а не той, який без ліків віддає нас на загин. Добрий той є дім, в якому робить за п'ятьох один, де ж з п'ятьох не робить жоден. Дім є купою руїн. Добрий лікар власноручно хворим принесе бальзам, а недобрий ні бальзаму, ні знання не явить нам. Добрий пан опіку й раду дасть своїм робітникам, а недобрий нерозважно власну челядь губить сам. Ми обидва з ним не мали тями в віршницькому ділі. Він був схожий на коряку, висохлий, худий на тілі. Мов реп'ях чіплявсь до нього вірш мій, гнівавсь він знесиллі. Він як дерево кривеньке, утлий був, худий на тілі. Мов реп'ях під хвіст чіплялись віршики до нього стилі. Аж на діл він кидав шапку, лементуючи в знесиллі. Як тепер наказ цариці нам виконувати сміло? Як здійсню наказ цариці? Як звершу погане діло? Якщо дружба ваша стала, якщо дружба в нас тривала, слухай, батько, хоч хвилину, будь же батькові за зміну. Дав наказ він зібратися всім шимахським воякам, знищивши шимаху, лезгів бив і нищив тут і там. І зібратись до шимахи наказав своїм військам, знищивши у пень шимаху, лезгів нищив тут і там. Зіткнулись між собою і кулаками б'ють. Зійшлись вони до бою і сучать кулаками. Ти краще зір засмучуй, ніж серце горем змучуй і душу злом терзай. Смутись ти краще зором, ніж серце мучить горем і душу злом терзать. На цих прикладах можна переконатись, як скрупульозно, з яким почуттям відповідальності ставився Бажан до своїх перекладів. У цій справі для нього не існувало дрібничок, другорядних речей, бо розумів, він посередник між великим письменником і власним народом. Отже, не працювати на повну силу не мав права. Багатий творчий досвід Бажана робить незаперечною відому істину про те, що художній переклад – вічне наближення до першотвору, що його вдосконалення нескінченне і безмежне.
Бажан ніколи не поспішав остаточно поставити крапку під своїм перекладом, бо мав добру звичку знову і знову повертатися до твору. Велика сила волі, наполегливість, внутрішня дисципліна, щедрий талант забезпечували йому щоразу успіх. Одним з таких успіхів став для Бажана і переклад «Давітіані». Завдяки цілісному відчуттю творчої манери і образного мислення Гурамішвілі, заглибленості в його інтимно-психологічний світ, Бажан реалізував культурний код оригіналу. Відтворивши такі основні риси Давітіані, як історизм, ліричність, медитаційність, він зберіг комунікативний контекст репродукційно-модифікаційного характеру. Тобто зробив переклад здатним заміняти першотвір у новому суспільному та мовно-культурному оточенні. Висновки. Якісно новий етап українсько-грузинських літературних взаємин ХХ століття, зумовлений їхньою спільною філософською та морально-етичною спрямованістю, найтісніше пов'язаний з ім'ям Бажана, котрий завдяки своїй перекладацькій діяльності дав можливість грузинській поезії успішно функціонувати в українському мистецькому середовищі. Він першим серед вітчизняних поетів взявся за глибинне осягнення творчості і давньогрузинських авторів шляхом діалектичного поєднання свого і чужого, тонкого співвідношення старовини з сучасністю сприяв їхній зустрічі з українським читачем. Бажанівські переклади – це своєрідний зразок примирення двох мовно-культурних стихій, коли перекладачеві вдається продемонструвати і схожість, і розбіжність між ними. Схожість у гуманістичному християнському світосприйманні, трагічному переживанні історичної долі батьківщини, прагнені до ідеалу краси і досконалості, а розбіжність у засобах їхнього втілення. Бажан зумів нейтралізувати очікувану суперечливість між грузинським змістом і створеною засобами української мови формою, відтворити не лише зміст оригіналів, а й їхні художні особливості. Його переклади позначені колоритом часу і представляють собою синтез грузинської та рідної культур. У них подолана переважна різниця між двома лінгвістичними структурами. Досягнута динамічна еквівалентність, тобто знайдена форма прояву амбівалентності художнього перекладу. Володіваючи образною системою автора, Бажан враховував не лише об'єктивну ситуацію, а й власний образний і виражальний ідіолект. Вірність оригіналу він не протиставляв своїй творчій свободі, бо сприймав ці два фактори перекладацької творчості як неподільну єдність. Оскільки не існує ні ідеальної вірності оригіналу, ні абсолютної свободи перекладача, він домагався адекватного відтворення прототексту в умовах міжмовного перекодування. Бажанові вдалося повторити дійсність першотворів шляхом збережених їх суб'єктивних та об'єктивних сторін, образів та емоцій, досягнути цього в результаті реалізації можливостей двох різних мов, версифікаційних систем, поетичних культур. Перекладаючи «Витязя в тигровій шкурі», Бажан усвідомлював, що перед ним типовий твір середньовіччя, де кодування
художньої системи якого можливо тільки з врахуванням історичного контексту. Панівних у період створення поеми естетичних принципів і філософських категорій. Відібравши ключ до художнього шифру Руставелі, він проник у символічно-алегоричні пласти твору і дав успішну спробу їхньої об'єктивної інтерпретації. Тому український переклад «Витязя в тигровій шкурі» має властиві оригіналу, коли щастя досягається через подолання нещастя. Те, що в людському житті зветься щастям, є результатом перемоги добра над злом, а мудрість полягає в розумному користуванні цією істиною. Ставлення до спільного об'єднуючого ідеалу добра надає можливість визначити індивідуальність і незамінне місце кожного з персонажів поеми. Завдяки осягненню перекладачем її цілісно-орієнтаційних основ, творчість Руставелі постає перед українським читачем як апологія західнолюдських прагнень, вільного і універсального розвитку особи, взаємодії істини, добра і краси. Що стосується Гормішвілі, то його поезія реалістично-конкретна, містично-еротична та містично-утопічна у своїй світоглядній та емоційній основі у перекладах міцно пов'язана з цією символічністю, яка випливає зі знакової природи самого земного життя. В ній сексуальна любов у відзеркаленнях містичної любові. Стихія земної природи – це відблиск світового хаосу і космосу. А історія і сучасність – це актуалізація колізії святого письма. У результаті філософських пошуків поета Бог і світова душа остаточно зливаються, а кохання перемагає хаос. Символи Гурамішвілі значно редуковані. Їхні основні характеристики конкретизують образи історично, соціально і національно. Наявність значного консервативного пласта образності, що завжди органічно поєднаний з новаціями, створює чітку систему уявлень поета про духовні цінності, про неподільний образ світу. Український поет надав своїм перекладам абстрагованих ознак стилю оригіналів, адекватного емоційно-естетичного звучання. Бажан максимально точно дотримується кількості рядків, метру і розміру, характеру словника, повторює особливі прийоми авторів, як от алітерації, внутрішні та омонімічні рими тощо. Чимало винахідливості проявив Бажан при відтворенні метафор, фразеологізмів, ідіом, реалій. Для адекватної передачі метафор, наприклад, він знаходить семантичні збіги, однакові семантичні сполучення слів у мові першотвору та мові перекладу, або ж функціонально схожі засоби. Йому нерідко вдається досягти найвищої еквівалентності, коли відповідні слова у першотворі та перекладі наділені однаковими асоціативно-образними характеристиками. Якщо з різних причин така можливість відсутня,
Ним використовується прийом контекстуальної заміни. Бажан у своїх перекладах прагне зберегти не лише смислову структуру метафоричних та фразеологічних одиниць, а й їхнє експресивно-емоційне забарвлення. Моделюючи текст перекладу, він намагається якнайменше виявляти власну поетичну індивідуальність. Та коли все-таки доводиться це робити, то він не забуває основної думки першотвору, його метафоричності, що зрештою дозволяло зберегти історичний та етнічний колорит. У переважній більшості Бажан передавав художні образи образами відповідної естетичної вартості, встановлюючи тим самим відносну рівновагу між поетичним потенціалом першотвору і перекладу. При цьому не забував про стилістичну функцію тропа, що, як і в оригіналі, перебуває у логічній залежності від стилістичних функцій інших тропів. Життєдайність образів Бажан забезпечив також досить стрункою структурою відношення між художньою ідеєю і внутрішньою та зовнішньою формами, а саме словесною, звуковою та зоровою плоттю перекладу. Бажан відчув, вловив і адаптував музику першотворів. Це особлива властивість поезії цілісного осягнення світу, його внутрішньої побудови і гармонії. Грузинське поетичне слово в його перекладах зберегло індивідуальний музичний відтінок, інтелектуальний еквівалент безкінечності буття. Бажан здійснив не лише необхідний для української культури мистецький та ідеологічний імпорт вислів Жермунського, дав інформацію про авторський текст, а й зробив його предметом естетичної насолоди. Будучи свідомим противником буквалізму, що в кінцевому результаті унеможливлює створення високоякісного перекладу, Бажан обирає шлях співпереживання, глибокого проникнення в сутність того, що мусить відтворити засобами рідної мови. В одній особі він поєднує дослідника, тлумача і версифікатора, котрий залишає за собою право на певну творчу індивідуальність. Бажан свідомий того, що муза у поета одна і для своїх віршів, і для перекладів, рідко, але дозволяє собі певну творчу співучасть, аби те, що криється за звичайними словами, тобто контекст, зробити для читача доступним і зрозумілим. Для цього він іноді передає образи першотвору, не дотримуючись його послідовності слів, а іншими словами, чи в іншій послідовності, що ліпше виражає першотвір. Спостерігаючи, як уважно ставився Бажан до давніх грузинських текстів, як тлумачив той чи інший образ, ту чи іншу думку, що і сьогодні не мають єдиного прочитання, можна зробити висновок: текст для перекладача не лише об'єктивна давність, раз і назавжди застигла реальність, а ще й документ творчого руху. Він стає безпосереднім імпульсом до метахудожньої діяльності експедієнта, синтезом його перекладацьких рішень. Відштовхуючись від словесної партитури, яку доводилося осягати за допомогою підрядника, Бажан намагався отримати максимум художньої та смислової інформації, аби забезпечити в перекладі природність звучання поетичних рядків. Зрештою, це дозволило йому оволодіти оригіналом як явищем поліфонічним, що містить в собі безліч найтонших нюансів.
не викликає сумніву прагматичність бажанівських праць, що охоплюють ідейно-естетичний зміст оригіналів, зберігають і передають їхні риси, за якими розгортається художня дійсність. Успіх перекладів «Витязя в тигровій шкурі» та «Давітіані» можна пояснити і значним збігом ідейно-естетичних уподобань Бажана і авторів зазначених творів. Філософське начало поезії українського письменника, його потяг до пізнання істини через подолання драматичних конфліктних ситуацій сприяли встановленню органічного зв'язку між стильовою домінантою в особистій поетичній творчості та перекладацькими інтересами певного історичного часу. В результаті цього художні ідеї «Витязя в тигровій шкурі» та «Давітіані», як втілені творчі задуми в перекладах Бажана, є самою формою існування цих творів, а композиція, сюжет, система тропів і стилістичних акцентуацій підтримують їхню нову умовну реальність. Художня дійсність, художній час і художній простір концептуально замикаються і створюють нову поетичну єдність. «Лебединая пісня» Пантелеймона Петренка. Від автора. Герой цього дослідження Пантелеймон Петренко – талановитий український і російський поет та перекладач, майже невідомий сучасному українському читачеві. Його короткий, яскравий, мов блискавичний спалах творче життя промайнуло в основному за межами етнічної батьківщини в Грузії і було присвячено перекладові «Витязя в тигровій шкурі». Прочитавши колись цей переклад, я був уражений неабиякою поетичною майстерністю перекладача, котрому чи не найкраще серед численних російських інтерпретаторів руставелівської поеми вдалося відтворити її насичену образність, блискучу метафоричність і надзвичайну філософську глибину. І здався вкрай несправедливим той факт, що цей непересічний митець нині призабутий. Я захопився вивченням і аналізом перекладу Петренка, в результаті чого народилася монографія, частину якої вміщую в цій збірці. Мовою її визначив сам об'єкт дослідження. Робити аналіз російського перекладу грузинською або українською виявилося практично неможливим. З монографією свого часу ознайомився незабутній Григорій Кочур, котрий своїми враженнями і спогадами поділився у приватному листі, який подаю нижче з невеличкими скороченнями. Шановний Раулю Шаловичу, насамперед дуже дякую за книжку. Подяка моя спізнилась, але так сталося. Книгу вашу читав поволі. Водночас мусив закінчувати термінову роботу. Перекладав десяток віршів Вольтера, то й вони мені йшли якось важко. Тепер Вольтер уже позаду, та й книжку прочитав усю. Вона мені сподобалася. По-перше, тому що відкриває читача маловідому, а то й зовсім невідому сторінку в історії перекладу. А по-друге, тому що таки добре і написано. В царині перекладознавчих проблем ви орієнтуєтеся добре, аналіз перекладу зробили докладний і майстерний. Читав я з захопленням. Якщо і виникали інколи якісь зауваження, то настільки дрібничкові, переважно стилістичні, що не варто на них і зупинятися.
Героя вашої книжки я знав мало. Уперше зустрів його либонь 1930 року. Тоді я перейшов на другий курс так званого ІНО, навіть КІНО, Київський інститут народної освіти, так звався тоді нинішній університет. На мене звернув увагу професор західноєвропейської літератури, тепер вона зветься зарубіжною, Стефан Володимирович Савченко, і запросив мене до участі в антології французької поезії, яку він готував разом із Зеровим. І от у Савченка я кілька разів і зустрів екстравагантного юнака, не схожого на інших, що також перекладав для антології французів. Ми познайомились і трохи порозмовляли на теми антологічні. І Савченко, і мої приятелі розповіли мені про богемне існування Петренка, про його матір, про його дивацтво. Сказали, що пише вірші, а на життя заробляє кресленнями, бо він ще й художник. Савченко дивувався трохи наївно, як це так. Французьку мову Петренко знає не дуже добре, а для перекладу бере поетів найскладніших, і в нього дуже добре виходить. Справді, переклади були блискучі. Окрім названих у вашій книжці, пригадую ще Кокто і Аполінера, особливо віртуоз. Дехто жартував, тому що близько перський кордон, що він хоче перемахнути туди. А це справді ходили розповіді, що він і тут у нас хотів таке зробити. Один мій приятель віддав мені велику пошарпану конторську книгу з віршами Петренка. Вірші в більшості були російські, менше українських. Трохи своїх віршів туди вписав іще і такий собі Коля Барабасенко, Петренків друг. Я дуже радів цій книзі, вірші були дуже симпатичні. Але і та книга, і моя скопійована антологія під час війни та мого сидіння пропала. Дуже я за тим шкодую. Потім я почав працювати. Ювілей Руставелі застав мене у Вінниці, де я викладав у пединституті. А тоді почалася злива з перекладами Руставелі. Доти у мене був тільки тоненький сабашниківський шматок бальмонтового перекладу та якийсь зошиточок з припоганим перекладом «Шарті». Бажан встиг у журналі надрукувати початок свого перекладу, тоді ще він звався «Левень у барсовій шкурі». А тут раптом ціла злива. Бальмонт вийшов повністю, з'явився Цагарелі і Петренко, що сподобався мені найбільше. Та й мені приємно було, що такий переклад зробив саме він. А один з моїх приїздів до Києва – мені розказали і про загибель Петренка. Розповіли так, що ніби тим мостом ішла компанія трохи під чаркою. То Петренко сказав, що ось він стрибне з мосту і перепливе Куру. Чи так воно було, чи ні, хто зна. Коли я років 20 тому в архіві Зерова знайшов деякі переклади з антології, що вважав їх за безнадійно пропащі, Зерова, Рильського, Драйхмари, свої власні, я їх опублікував. На жаль, перекладів Петренка там не було. Що архів Петренка в Тбілісі я знав і намагався
здобути звідти ті переклади для публікації, проте успіху не мав. Не допомогла навіть втручання Миколи Платоновича. Думаю, що ви повинні б підготувати таку публікацію. Отже, ще раз велике спасибі за книгу. Ваш Кочур, 16.08.1985. В Тбілісі на кладбище Петра Павла знаходиться одна скромна могила з надписью «Здесь покоїться Анна Тихоновна Петренко, мать поета Пантелеймона Петренко, переводчика Руставели». А могилы самого сына не существует. Совсем молодой 28-летний Петренко стал жертвой трагического случая. В один из вечеров 1936 года он упал из строящегося моста Челюскинцев. Напрасными оказались многодневные самоотверженные поиски водолазов, бурлящие воды Куры навсегда поглотили тело поэта. Кем был этот молодой человек, который в таком раннем возрасте сумел перевести на русский язык «Витязя в тигровой шкуре», да еще так, что его перевод до сих пор не утратил свою художественно-эстетическую ценность? Биографию Петренко специально никто не исследовал. Редкие отдельные публикации о его творчестве. Симптоматично, что в малой литературной энциклопедии под статьей о Петренко указан единственный источник – «Вечерний Тбилиси, 1969, 21 июня. Многогранный талант. Мегрелидзе». Именно профессору Мегрелидзе принадлежат несколько статей о Петренко, опубликованных в грузинской, русской и украинской прессе, из которых следует, что он лично был знаком с поэтом. Опираясь на сведения Мегрелидзе, мы и восстанавливаем детали биографии Петренко. Пантелеймон Антонович Петренко – по происхождению украинец. Родился в 1908 году. Родители Анна Куделенко и Антон Петренко были педагогами. На второй день после свадьбы к невесте пришла молодая женщина с младенцем на руках и заявила: «Антон – мой законный супруг и отец этого ребенка. Не бери грех на себя, не разрушай нашу семью». Анна, потрясенная услышанным, сразу же оставила дом мужа. И когда у нее родился сын, сама занялась его воспитанием. Она говорила: «Мой сын всегда держался за мой подол, сам он и хлеба не купит. Правда, школу не закончил, но знает больше, чем его учителя. Вместе с сыном я прочла множество сказок, всю русскую классику, самого Шекспира, Шиллера и многих других». В 1932 году Петренко вместе с матерью обосновался в Батуми. Оттуда с помощью юриста и переводчика Картвелишвили переехал в Тбилиси и с 1934 года жил там постоянно. К этому времени Пантелеймон, или Тося, как он себя называл, уже был автором многих оригинальных стихотворений и переводов. Писал он и переводил на украинский язык. Его любимые поэты – Поль Верлен, Шарль Бодлер, Артюр Рембо, Андре Сальмон, Жан Кокто – сохранились переводы их стихов, выполненные Петренко. Жизнь в Грузии, естественно, в молодом литераторе пробудила интерес к грузинской литературе.
Пантелеймон зближається з видавшимися діятелями грузинської літератури і іскусства Гамса Хурдія та Бідзе Кобуладзе Гудяшвілі. Їм нравиться талантливий, трудолюбивий юноша, який пробує не тільки перо, але й кисть. Петренко рисує портрети Табідзе, Чичинадзе, Вардашвілі і інших, але його головна і основна забота – Руставелі. 20 августа 1934 года Центральный комитет КПБ Грузии принял постановление о праздновании 750-летия со дня рождения Руставели. В том же году на первом съезде советских писателей Максим Горький призвал мастеров пера переводить лучшие произведения народов братских республик. Приближавшийся юбилей великого грузинского поэта явился прекрасным стимулом для многих переводчиков. Петренко особенно интересуется витязем в тигровой шкуре и по подстрочникам Картвелишвили пытается перевести на русский язык завещание Автандила. Над украинским переводом витязя тогда уже работал Бажан. Картвелишвили одобряет перевод Петренко и знакомит его с известным грузинским поэтом и переводчиком Константином Чичинадзе, который с молодых лет занимался вопросами руствелологии. Начинается тесное, интенсивное творческое сотрудничество Петренко и Чичинадзе, которое длится 2 года. Участие Чичинадзе в переводе «Витязя» воспринималось современниками настолько органически, что писатель Павленко объединил их имена. Говорят о Руставели, и ни на одну минуту нет ухода от современности, потому что мы читаем его через Бажана, Заболоцкого, Чичинадзе, Петренко. Примечание. Перо Чичинадзе принадлежат книги «Вокруг Руставели», «Аллитерация в грузинском шаире» и «Проблема вебхисткаосани», «Шада Руставели» и его поэма. Характерно, что Чичинадзе переводил на грузинский язык слово о полку Игореве, песни о нибелунгах Давида Сосунского, созданные приблизительно в ту же эпоху, что и «Витязь». Писатель-академик Гамсахурдия указывал: «Чичинадзе – замечательный переводчик. Переведенные им часть «Ада Данте», «Нибелунги», «Ворон» Эдгара По настолько превосходны, что не имеют равных ни на одном европейском языке». Позже сам Чичинадзе отмечал: предисловие бальмонтовского перевода «Витязя в тигровой шкуре», вышедшего в прошлом году в издательстве «Академия», заканчивалось так. Существует ряд удачных и неудачных переводов поэмы на европейские языки. Перевод Бальмонта, который мы не считаем отвечающим тем требованиям, какие можно было бы предъявить к переводчику этой гениальной поэмы, мы даем постольку, поскольку он является пока единственным. Возникает вполне естественное желание увидеть, возможно, в близком будущем поэму Руставели в полноценном переводе ее на русский язык. Когда писались эти строки, напряженно, самозабвением и увлечением работал над русским переводом «Витязя» один молодой, щедро одаренный поэт. Этим поэтом был Пантелеймон Петренко. В Тбилиси не предпринималась ни одна попытка перевода этой поэмы на русский язык, без того, чтобы результат этой попытки не представлялся мне потом для редактирования или высказывания мнения. Уже первые образцы переводов Петренко вселили в меня надежду,
и я немедленно взял на себя непосредственное руководство им. Могучее творчество Руставели всецело овладело этим странным молодым человеком. 2 года ходил Петренко, охваченный идеями, чувствами и художественными образами гениального поэта. Чтобы довести до конца свой колоссальный труд, работа ему оставалась лишь на месяц, но бессмысленная смерть внезапно и бесследно унесла его. Действительно, до завершения перевода оставалась 141 строфа. Рукопись ждали в издательстве. Приближался юбилей. И именно тогда, когда талантливый литератор мог уже радоваться большой творческой удаче, нелепый случай оборвал его жизнь. Такова уж природа творческого труда. Автору непременно хочется знать мнение специалистов, коллег о результате своих стараний. Даже такой баловень судьбы, как Вольтер, будучи стариком, от собственного дома до театра, где шла премьера его пьесы, расставил цепочкой людей, которые сообщали бы ему о реакции зала. Писатель жаждал, пусть даже в воображении, увидеть благодарные лица зрителей, услышать их аплодисменты. Петренко увидел лишь несколько публикаций своих переводов, услышал несколько злобных и добрых слов в их адрес. Все еще было впереди, но суровый рок распорядился иначе. Мать Пантелеймона Анна Тихоновна сошла с ума, а поэт Брик с помощью Чичинадзе завершил начатое им великое дело. Скажем сразу, завершил успешно, с учетом творческой индивидуальности предыдущего переводчика. Метр, ритм, метафоры, эпитеты, сравнения и другие аксессуары стиха созвучны с петренковскими. Даже при активном вмешательстве в текст он стремится к унифицированию переводческого почерка. Читатель в дальнейшем убедится, что и эта метафора, замораживая розы, сумрак солнца заволок, скрывшись за облаками хмурое солнце замораживало розы, 1603. И этот афоризм «Только тот блажен, кто в счастье сквозь несчастье вошел», тогда и пир сладок, когда человек пройдет сквозь горе, 1606. И эти амонимические рифмы «нищета, нищета» и много других примеров, цитирование которых не представляется возможным, являются отличной демонстрацией постижения поэтики Петренко, что в свою очередь было бы обусловлено поэтикой Руставели. Первые отрывки петренковского перевода «Витязя» были опубликованы 23 октября 1934 года в газете «На рубеже Востока» под заглавием «Шатар Руставели, носящий тигровую шкуру». Сказание первое о Ростеване, царе арабов. Текст содержал всего 12 строк. Сказ второй о том, как царь арабов увидел юношу, тигровую шкуру носящего, поместила та же «На рубеже Востока» в 2 майских номерах от 10 и 20 1935 года. Перевод с грузинского Петренко редактировал перевод Чичинадзе, указывалось под публикациями. 5 ноября 1935 года Чичинадзе во Дворце грузинских советских писателей сделал доклад о русских переводах «Витязя в тигровой шкуре». После доклада выступили актеры с чтением переводов Цагарели, Кончели, Шарти. Петренко выступил последним. Живая реакция зала
где находились видные грузинские литераторы, послужила новым импульсом для дальнейшей работы над переводом. На первые же опыты молодого переводчика положительно откликнулась грузинская пресса. Патаридзе, касаясь русских переводов «Витязя», особо выделяет Петренко. Он считает, что еще рано делать окончательные выводы о переводе Петренко, но то, что уже сделано, бесспорно высокого качества. Петренко намного точнее, чем иные переводчики. Его стих заметно приближается к стилю грузинской поэмы. Сама языковая фактура весьма богата и ярка. 6 января 1936 года газета «Заря Востока» сообщала своим читателям, что Петренко работает над переводом уже 2 года. В этой нелегкой работе, пишет корреспондент, ему помогает грузинский поэт Чичинадзе, под редакцией которого и выйдет перевод «Бепхис Ткао Сани». 16 сентября в той же газете посвящается литературная страница Шота Руставели. Из информации узнаем, что 14 сентября по инициативе Союза писателей Грузии состоялось широкое обсуждение петренковского перевода. Вступление, сказ Тариэла, послание Нестандариджан к ее возлюбленному, завет Автандила и другие главы поэмы читали Абуладзе, Брик, Гаприндашвили. Чичинадзе, читая перевод, сопоставлял отдельные строфы с оригиналом и с переводом Бальмонта. В прениях участвовали писатели Джавахишвили, Гамзахурдия, Гаприндашвили, Брик, Горгадзе. Они отметили, что Петренко сумел с незаурядным мастерством передать содержание подлинника и характернейшие особенности руставелевской формы. Тут же опубликован отрывок из сказа 21-го «Завет Автандила», оставленный им Руставену перед своим тайным отъездом. Тут всего 16 строф. Перевод редактировал Чичинадзе. Газета печатает и сообщение самого Чичинадзе о том, что перевод окончательно отредактирован им и будет напечатан в издательстве Академии наук СССР в Москве. Петренко сумел передать в художественном оформлении не только мысли, метафоры и образы Руставели, но и подлинный дух его творения, высокий пафос звучных строф и ту внутреннюю теплоту, которая разлита по всей поэме, пишет он. Против общего мнения выступили Кончели и Агасов. В рецензии о переводах Шота Руставели они обрушились с резкой критикой на Петренко, явно сгущая краски. Они строка в строку анализируют перевод, сравнивая его со своими подстрочниками. Рецензия выдержана сначала до конца в стиле менторском, а порой даже издевательском. Как, например, «До какой малой степени надо знать русский язык, опять косноязычные славянизмы, да еще сомнительной грамотности. Эти слова можно предложить для любого конкурса на вульгарность» и так далее. Противовес рецензентам из литературного критика, приятно доброжелательным, даже щедрым на похвалу, оказался Коцюбинский. Он дал высокую оценку переводам Петренко, опубликованным в 6 и 7 номерах журнала «Новый мир» за 1937 год. В них было помещено 714 строф, чуть больше 1/3 всей поэмы. Наряду с анализом переводов Бардинского, Бальмонта, Цагарелли, он специально останавливается на труде Петренко. Критик считает, что внимательное отношение к тексту помогло переводчику обеспечить
очень удачное воспроизведение оригинала. Главными достоинствами петренковского перевода Коцюбинский считает плавность и элегантность стиха. По его мнению, они выгодно отличают Петренко не только от Бальмонта, но и от Цагарелли и Заболоцкого. 24 декабря 1937 года газета «Коммунисты» под рубрикой «Письмо из Ленинграда» опубликовала беседу собственного корреспондента с академиком Орбелли. В ней говорится, что организация перевода поэмы принадлежит грузинскому филиалу Академии наук СССР, который привлек к этому делу талантливого поэта Петренко. Поэт, правда, не владел грузинским языком, но он располагал русским дословным переводом и пользовался постоянной помощью поэта Чичинадзе. Академик Орбелли отмечает, что перевод Петренко не является перепевом, подобно бальмонтовскому переводу, что он дает русскому читателю представление о творчестве грузинского поэта. 27 декабря 1937 года в концертном зале театра имени Руставели состоялось четвертое заседание пленума правления Союза писателей СССР, посвященного юбилею Шота Руставели. Пленум по предложению Павленко принял решение одобрить большую и ответственную работу переводчика «Витязя в тигровой шкуре» на языки народов СССР, в том числе и переводчика Петренко. В те дни газета «Ахалгарздра коммунисти» писала: «Сегодня мы имеем несколько высококачественных переводов «Витязя в тигровой шкуре», выполненных современными поэтами. Среди них в первую очередь надо отметить перевод Петренко». С обширной рецензией «Новый русский перевод «Витязя в тигровой шкуре» выступила Литературули Скартавелло. Ее автор Цулукидзе отмечает несомненные достоинства петренковского перевода, ибо он опирается на серьезное и глубокое изучение подлинника. По словам рецензента, переводчик почувствовал природу всего произведения, изучил стиль его автора, образную систему, ритмическую структуру, сила воли, строгая дисциплина разума, пишет он, дают переводчику возможность обуздать стремление к творческой вольности и стать покорным, но вполне разумным и любящим последователем великого гения. Рецензент подчеркивает, что в переводе сохранено количество строк и строфический строй произведения. Он акцентирует внимание и на лексике перевода. Для передачи общего стиля, колорита минувших веков, подчеркивает Цукулыдзе, Петренко порой употребляет славянизмы и архаический синтаксис, но в этом он проявляет редкое чувство меры и предусмотрительность. Архаизм нигде не затуманивает фразу, все строфы яркие и понятны. Поэт мыслит образами, и если переводчик изменяет этому, если конкретный образ не воспроизводится так же конкретно, его труд напрасен. Основная трудность в поэтическом переводе именно воссоздание образов и сравнений. По наблюдению Цулукидзе, Петренко не буквально, а основываясь на существенном элементе образа подлинника, строит соответствующий образ. Он взрастил росток глубокой мысли Руставели в чарующий цветок. Это не простой дилетантский труд над переводом, а истинное творчество, вдохновленное великим поэтом. Этот перевод дает читателю возможность сказать: переводчик в песнях величавости достиг, Петренко победил, резюмирует рецензент.
Но было бы несправедливо эту победу приписывать одному лишь Петренко. Всесторонняя помощь, оказанная переводчику и исследователям текста Руставели Чичинадзе, обеспечила правильное критическое понимание текста и преодоление многих трудностей. Перевод Петренко отмечен несомненным талантом и большой любовью к Руставели, писал в газете «Коммунисти» Буачидзе. Переводчик приложил немало усилий, чтобы в художественной форме передать настоящий дух и своеобразие поэтической мысли витязя в тигровой шкуре. Рецензент считает, что перевод Петренко вовсе не тяжел для чтения, как это хотят доказать некоторые. Наоборот, он легок, стройный, поэтичен, в нем почти нет прозаизмов, которые зачастую встречаются в переводе Цагарелли. И афоризмы в основном соответствуют подлиннику, а в отношении метафор преимущество его неоспоримо. Высказал свое мнение о переводе Петренко и его консультант и редактор Чичинадзе. Можно перечислить главные достоинства этого перевода. Построение строф на одну рифму в соответствии с подлинником. Удачная передача метафор и афоризмов, яркое повествование, большая близость к оригиналу, за некоторыми исключениями. И что особенно следует отметить, в нем уловлен волнующий тон Руставели, его эмоциональная струя. Именно последнее обстоятельство дает нам право назвать этот перевод вдохновенным. Он не безукоризненный. Но если Петренко успел, все погрешности его труда были бы сведены до минимума. Но и в настоящем виде этот перевод, несомненно, займет одно из значительных мест во всей переводной литературе России. Шате Руставели, «Витязь в тигровой шкуре», перевод с древнегрузинского Пантелеймона Петренко – при участии и под редакцией Константина Чичинадзе, портрет и иллюстрации Сергея Кабуладзе, издание грузинского филиала Академии наук СССР, Москва-Ленинград, 1938 год. С такой надписью на титульной странице получил всесоюзный читатель гениальную поэму. В следующем году она была переиздана с иллюстрациями Тамары Абакелия. Перевод опубликовало московское издательство «Художественная литература». О работе Петренко выпал большой успех. Как мы убедимся в дальнейшем, при всей своей безупречности, она не только успешно конкурирует с остальными переводами, но и местами даже превосходит их. Высокую поэтичность «Витязя в тигровой шкуре», его филигранность и абсолютную художественную цельность подтверждают все эстетические категории. Переводу подобного шедевра мы, безусловно, должны предъявлять строгие требования. Перевод должен быть достоин оригинала. Главным критерием для оценки перевода все же должно быть то, насколько совмещены в нем образно-смысловая точность, языковая и музыкальная естественность. Ведь перевод – явление той литературы, на языке которой он выполнен. И, как говорил Заболоцкий, сочетание меры точности с мерой естественности. Замечательный поэт и переводчик считал, что эти условия с успехом может выполнить только тот,
кто отличает большое от малого и сознательно жертвует малым во имя большого. Теоретик и практик художественного перевода Коптилов также утверждает: переводчик поэзии должен тонко чувствовать взаимосвязь содержания и формы, должен знать границы, в которых можно менять форму, чтобы не разрушить содержание. Тому, кто ознакомится с переводом Петренко, может показаться поначалу, что он игнорирует эти положения. Во втором издании уже начальная строка перевода: «Ты Вселенную создавший, силой собственной велик», обозначена сноской. Примечание читаем: поэт обращается к Богу в третьем лице. Буквально с первого слова переводчик показывает свой норов, как бы преднамеренно заявляя о своей свободе в отношении подлинника. Наши догадки усиливает последующая сноска в четвертой строфе. У Петренко: «Пусть уста, ресницы, брови, долг почтительный певца». Примечание указано: в подлиннике приказали мне восхвалить. Всего таких заметок в конце перевода 27. По существу они являются попыткой редактора и издательства определить степень творческого вмешательства Петренко в текст, отступление от него, но, поскольку для этого им пришлось бы приложить к переводу целое исследование, они ограничились лишь несколькими замечаниями. Начав перевод по-своему, Петренко продолжает предлагать свои трактовки тех или иных образов. Он начинает спотыкаться подряд, терпит несколько неудач, ибо вопрос этот оказывается не таким уж легким. Рассмотрим несколько примеров. «Людям дал весь мир несметной многоцветности цветник». 1. «Нам, людям, даровал мир, полный бесчисленных несметных красок». Многоцветности цветник – штучное, витиеватое, тавтологическое выражение, чуждое стилю Руставели. «Бог единый, ты прообраз всех земных и горных тел». 2. «О единый Бог, ты создал образ каждого тела». Вновь тавтология. Ведь горные тела тоже земные. Да и это уточнение здесь вообще ни к чему. «Дай любить еще, доколе смерть не вырубит предел». 3. «Дай мне страсть влюбленных, ту, что продлится до кончины». Также неуклюжая, неясная, неточная фраза: «Смерть не вырубит предел». Вчитывайтесь в текст с возрастающим страхом, что перед вами явно низкопробный русский вариант выдающегося творения, и вдруг начинается: «Этот сказ о Ториэле не иссякнет, вечен он. Сядьте все вокруг Руствели, кто рожден, как он рожден. Я пою о нем стихами, сердце копьями пронзен. Вышив повесть жемчугами, дал я прозе перезвон». 7. «Я, Руствели, сказ певучий до исхода доведу. Для тебя, царица войска, или умру здесь на виду. Обессиленный любовью, я спасения не жду. Коль спасти меня не можешь, схорони со мной беду». 8. Зазвучал задорный, энергичный, мощный стих. Автор и переводчик слились в его строках воедино, и уверенное в собственных силах заявление Руставели о том, что этот сказ доведет до конца или умрет, воспринимается и как клятва самого Петренко. Переводчик постепенно находит власть над словом, которое все больше подчиняется его воле.
символично, что это происходит именно там, где говорится о поэтах и о поэзии. Кто случайно 2-3 слова склеит рифмой тут и там, тщетно чтит себя поэтом, к славным тянется певцам, сложит стих, другой приложит, хоть нескладность видит сам, но твердит, всех превзошел я и затмил, как мул упрям. 16. Есть иного рода песни, дара малого удел, что сердца рассечь способных слов составить не сумел, словно слабый лук подростка перед хищником не смел, лишь на мелкую дичину тратя мелочи робких стрел. 17. Есть еще род песен, годные для забавников пустых, для любовных объяснений, для перов и шуток злых. Эти песни нам любезны, если красит ясность их, но поэт лишь тот, кто в песнях величавости достиг. 18. Петренко почти дословно воссоздает известную «Арс поэтика» Руставели. Язык его раскован и точен, плавно течет стих, узнаваемая лексика автора, его фразы, его сравнения. Единственное противоречие, которое допустил переводчик, это шуток злых. Нужно же наоборот, шуток дружеских. С таким же большим вдохновением, умением и мастерством передает Петренко и так называемую любовную теорию грузинского поэта. Руставели говорит о изначальной высшей любви, свойственной божественному роду, которую трудно выразить, высказать понятным языком. Петренко же роль поэта видит именно в том, чтобы выразить эту несказанность. Петренко. Чувство истинное – это отражение высших сил. Надо, чтобы язык поэта несказанность изъяснил. 21. Заболоцкий. Есть любовь высоких дум, отблеск высшего начала, чтобы дать о ней понятие, языка земного мало. Нуцубидзе. О любви, о изначальной, высь к идеям восходящей, не сказать словами, слово здесь приводит к скорби вящей. Цагарели. Я певец любви высокой, родственный лишь духом в небе, и невыразимо словом суть свою она таит. Бальмонт. О любви пою верховной, неземной и безгреховной. Стих об этом полнословный, трудно спеть. Бегут слова. Все переводчики, кроме Петренко, несмотря на определенные отклонения от подлинника, верны его основной мысли, трудно выразить. Петренко, бросив вызов автору и коллегам, твердит «надо, чтоб». В этой прямой трактовке отразилась переводческая кредо Петренко, раскрытая вот таким отходом от первоисточника. У Руставели. «Меджурном арабы называют неистового, ибо неистует он от тоски, не достигая цели. Одни приближаются к Богу, утомляемые парениями, у других природа низменна, они упиваются вокруг красоток». Петренко переводит. «По-арабски однозвучны и безумен, и влюблен. Кто влюблен и кто безумен, тщетной грезой омрачен. Кто возносится любовью, тронет дланью небосклон, кто телесным очарован, крылья к травам клонит он». Нравственная позиция Руставели, его взгляды на моральную чистоту влюбленного переданы переводчиком с помощью собственных образов. «Тронет дланью небосклон, крылья к травам клонит он». Тем не менее, перевод отразил идею и содержание подлинника, его поэтичность. И достигнуто это индивидуальным, очень интересным путем, путем детализации и сопоставления образов. Вдохновленный любовью способен достать небосклон рукой.
а нікчемний, будь он хоть крилатым, все равно обречен склониться к травам, к земле. Еще один пример творческого освоения переводчиком подлинника. «Есть краса в искусстве чувства, и рекут мои уста. Сочетать служенье сердца с грешной скверною чита, меж любовью и развратом грозной бездны пустота, меж несходными да будет непройденную черта». Любовь — это прекрасный род, труднопознаваемый. Любовь — нечто иное. Она несравнима, не схожа с блудом. Она одно, блуд другое. Между ними великая пропасть. Не мешайте их друг с другом, внемлите сказанному мной. Конечную фразу Катрена «внемлите сказанному мной» Петренко переместил вверх и в последующих трех строках добился афористичной четкости и выразительности. Каждая из них содержит законченную, отточенную мысль. «Меж любовью и развратом грозной бездны пустота», переводит Петренко. «Блуд одно, любовь другое, разделяет их стена», интерпретирует Заболоцкий. По внешним признакам он более близок к подлиннику, но Петренко отличается от него своим юношеским максимализмом, категоричностью. «Грозной бездны пустота», — скажет он, и между любовью и развратом проведет в самом деле непрерденную черту. «Без сердечных поцелуев звон веселый мерзок мне». 26. Переведет он заключительную строку следующего Катрена «Презираю бездушную любовь, лобзание, чмоканье» и подтвердит свою категоричность. «В мимолетных поцелуях я любви не разумею», напишет Заболоцкий, и смягчит Руставелевское «презираю». Так с самого начала становится очевидной позиция Петренко, переводчика. Воссоздавать содержание, образный мир и стилевые особенности подлинника путем постоянного соавторства, соучастия, сопереживания. Пусть этот окажется многотрудным, опасным, не всегда приносящим желаемые результаты, но особенности его собственной поэтической натуры, что прежде всего выразилось в стремлении к драматизации стиха, напряжение его словесной мускулатуры до конца останутся неизменными. Во многом пробным камнем для переводческого мастерства Петренко оказались афоризмы Руставели, являющиеся концептуальной основой «Витязя в тигровой шкуре». Во всей истории мировой литературы едва ли сыщется поэт, который был бы столь афористичен, как Руставели, писал академик Лупов. 200 афоризмов — это очень много, если вспомнить, что в Фаусте их всего 30, а у нашего Грибоедова всего-навсего 10, говорила Вера Инбер. Неубедительным, даже случайным, кажется утверждение Чичинадзе о том, будто большая ценность афоризмов Руставели не в их содержании, а в форме. Ведь он сам противоречит собственному утверждению, когда подчеркивает по богатству афоризмов, по их глубокому содержанию и чарующей форме, Руставели бесподобен в мировой поэзии. В этом отношении с ним сравнится разве что Омар Хайям. Чичинадзе опровергает свою, на наш взгляд, случайную фразу и здесь. Но Цубидзе приводит знаменитые строки Руставели. «Я дерзну слова Платона привести как образец. Вслед за плотью тленен духом, как двуличный, так и лжец». И с досадой отмечает, что в сочинениях Платона он не нашел подобного изречения.
Лично я очень рад, что эта прекрасная мысль принадлежит самому Руставели. Заметьте, прекрасная мысль. В программе издания «Вебскис Калсани» 1841 года Багратиони писал: «В Грузии всякий хочет иметь своего Ториэля. Там его перечитывают, учат на память. Не случайно же Чевчавадзе в своей газете «Иверия» под рубрикой «Запомни» печатал афоризмы Руставели именно рядом с изречениями этих авторов. В Грузии существует определенная традиция издания афоризмов Руставели отдельной книгой. В последнее время их издают и в переводах. Институт истории грузинской литературы имени Шота Руставели под редакцией академика Барамидзе выпустил сборник афоризмов и высказываний великого поэта в переводе на русский язык. В нем помещен 241 образец в переводах Нацубидзе, Заболоцкого, Цагарели, Петренко. Последний здесь представлен весьма скромно, всего 10. Более щедрым и справедливым, на наш взгляд, оказался Куправа, составивший сборник афоризмов Руставели с избранными переводами на русском и немецком языках. Из петренковских переводов он отобрал около 60 афоризмов. Было бы ошибочно рассматривать афоризмы Руставели в отрыве от контекста, от общей художественной ткани, ибо они являются естественной, неотъемлемой частью всей поэмы, а не каким-то философским приложением к ней. Руставели, считавший поэзию изначально одной из сфер мудрости, использует афоризмы для выражения собственного мировоззрения в сжатом, сконденсированном виде. Как правило, они завершают катрен, резюмируют его. Иногда афоризм развертывается в целом катрене, иногда даже в двух катренах. Глубочайший гуманизм, демократизм взглядов поэта на дружбу, любовь, мужество, человеческие взаимоотношения, долг, уходящие своими корнями в социально-политическую и культурную жизнь Грузии классической эпохи, дали основание исследователям говорить о Ренессансе в его творчестве. Руставели выпистывал, создал новый идеал человека, в котором гармонически слиты внешняя красота с красотой духовной. Персонажи витязи в тигровой шкуре очаровывают не только физическим совершенством, но и неисчерпаемой мудростью. Она не покидает их в самые тяжелые минуты жизни, ибо вновь родится, кто сумеет, зло в добро кто обратит. Никто не превратит зло в добро, никто не сможет снова родиться, ибо жизнь приятнее, чем погибнуть, жизнь лучше гибели. Петренко, как показывает простое сравнение только что процитированных нами переводов с подлинником, заметил, почувствовал, осознал эту сквозную жизнеутверждающую идею поэмы и воссоздал ее должным образом. Оптимизм Руставели, его веру в земное бытие, противостояние христианским догмам, он полноценно воплотил в переводе афоризма. «Хоть убей, но лучше жизни ничего мы не найдем». «Убей меня, Бог, если есть ценней жизни для человека». Так оно так, но нет дороги, чтоб для смерти показалась бы узка,
слабых с мощными равняет и разит ее рука, зарывает прах младенца вместе с прахом старика, жизнь, покрытого позором, горше смерти смельчака. Смерть не сдержать ни узкой, ни скалистой дорогой, она равняет слабого сильным, в конце концов земля соберет воедино и юношей, и старцев. Лучше славная смерть, чем постыдная, позорная жизнь. Наверное, трудно найти слова, написанные когда-либо на грузинском языке и так точно выражавшие понимание грузинам жизни и смерти, чести и позора. Начав Катрен уверенно, с завидной близостью к подлиннику, Петренко, к сожалению, не сумел в заключительной строке, воплощавшей одну из стержневых идей поэмы, придать ей руставелевское совершенство. Надо сказать, что этому знаменитому афоризму не повезло и у некоторых других переводчиков. Нуцубидзе. Недостойной жизни лучше достославная кончина. Заболоцкий. Лучше славная кончина, чем постыдное спасение. Правку права, когда, сравнивая эти три перевода, пишет, что трудно им дать даже удовлетворительную оценку. Но он почему-то пропустил переводы Бальмонта и Цагарелли, которые оказались точнее и поэтичнее их. Бальмонт — лучше смерть, но смерть со славой, чем в постыдной жизни жить. Цагарелли — лучше смерть, но смерть со славой, чем бесславных дней позор. Очевидно, превосходство Цагарелли, который во второй части строки выразился стилистически изящнее. А вообще, и эти переводы грешат многословием. Прежде чем потерпеть неудачу, Петренко замечательно перевел предыдущий Катрен, где авторам также изложены свои взгляды на мужество и трусость, позор и славу. Кто презренней ратоборца, приходящего на брань и дрожащего от страха, видя близкой смерти длань, человек трусливый сходен со старухой, ткущей ткань. Всех стяжателей богаче, кто стяжает славы дань. Что может быть хуже мужа, скрывавшего в битве лицо, струсившего, напуганного и думающего в страхе о смерти? Тем же трусливый мужчина лучше бабы пряхи, лучше снискать славу, чем всякое другое добро, добыть славу, чем другую добычу. Ни одного лишнего слова, ни малейшего ненужного вмешательства в текст подлинника. Трудно объяснить, по каким достоинствам предпочел составитель сборника афоризмы и высказывания Руставели в русских переводах петренковскому варианту вот этот образец. Хуже нет, когда со страхом воин в бой идет кровавый. Ужасаясь, весь трепещет и дрожит пред смертью здравый. Чем же лучше хилой пряхи воин слабый и лукавый? Всех богатств добытых лучше добывание доброй славы. Перевод Нуцубидзе. Разве что соблазнила мнимая точность, вроде «хуже нет», «трепещет и дрожит» и так далее. Насколько здесь ненужной отсебятины, здравый, кровавый, хилый и добрый. Третья строка вообще противоречива, трусливый мужчина не всегда и слабый. Почему следует отдать предпочтение Петренко? Во-первых, он лаконичен, что является одним из обязательных условий афоризма и чего не хватает переводу Нуцубидзе. Во-вторых, у него ярче выражено отношение к этому трусливому мужчине, кто презренней ратоборца. Кстати, в этом с Петренко сходится и Заболоцкий, если кто презренней труса. В-третьих,
звуковая организация самого стиха работает на выражение идеи подлинника. Грозное чередование звука «р» и созданная при его помощи аллитерация усиливает авторское и вместе с ними наше презрение к ротоборцу, схожему со старухой, ткущей ткань. Но вот читаем в ином месте. «Хорошо, когда достойный торжествует над врагом, затмевая и содружных в добром деле боевом. Пусть униженно поздравят ротоборца с торжеством, а его украсит рана, нанесенная мечом». Приятно, когда добрый витязь выигрывает сражение, когда он превосходит всех, что были с ним. Они будут поздравлять и восхвалять его, стыдясь своего положения, своей робости. Это тоже проявление отношения Руставели к достоинствам ротоборца, его понимание доблести воина. Но выражено оно путем подчеркивания не недостатков, а положительных качеств. Петренко охватил авторскую мысль, передал ее сущность, но стих в целом вышел бедноватый. Ему не хватает лексического богатства и поэтического изящества. Мешает тавтология, торжествует с торжеством. Ненужная детализация, рана, нанесенная мечом, а что если копьем? И наоборот, также ненужное обобщение, вместо доброго витязя достойный. На фоне перечисленных промахов перевода Петренко явно вырисовывается преимущество перевода Нацубидзе. «Хорошо, коль в тяжкой битве победитель дивный воин, средь соратников отличен, высшей славы удостоен, средь похвал и поздравлений величаво он спокоен, хоть и ранен и немного, светил он, красив и строен». Правда, переводчик чересчур щедр в эпитетах. Не совсем точна его трактовка доброго витязя как дивного воина. Но он хорошо передает его раненого немного, его величавость и внутреннюю красоту. Петренко, не допуская отклонений от подлинника, доносит до нас одну из основных концепций Руставели о необходимости сохранять выдержку в любых ситуациях. «Мудрых знать обязан мудрый, их совет одноголос. Надо быть мужчине твердым и поменьше сеять слез. Надо в горестях окрепнуть, словно каменный утес. В жизни каждый переносит то, что сам себе принес. Если ты мудр, то знай, все мудрецы сошлись на том. Муж должен быть мужественным, плакать ему надлежит, возможно, меньше. Несчастье нужно быть крепким, как каменная стена, стена из камня и извести. Человека завлекает в несчастье собственное разумение». Каждая из этих строк несет большую правду подлинника и, кроме первой, является самостоятельным афоризмом. Такие строфы особенно трудны для перевода. Здесь каждое слово на вес золота, и нужно обладать большим мастерством, чтобы не обесценить, образно говоря, не превратить звон золотых монет в звяканье дешевых медяков. В своем завещании Автандил внушает царю Раствовану: «Слезы горю не помогут, понапрасну их не лей. Предрешенное не сходит с предначертанных путей. Не ропща встречать нам должно все невзгоды жизни сей. Из телесных кто способен избежать судьбы своей? Не будет пользы тебе от огорчения и бесполезных слез потока. Предопределенного свыше не избежать. Мужам подобает терпеть, сносить все горести. Ни одна живая душа не может отвратить провидений». Если в предыдущем Катрене было три афоризма, то в этой все четыре строки афоризмы.
Любой из них может восприниматься как отдельная сентенция, а вместе взятые выражают одну законченную идею. Надо быть твердым, слезами не предотвратишь провидение. Автандил, устами которого глаголит сам Руставели, это свое убеждение иными словами уже пересказал Тариэлу. Однако, прежде чем читать нотации другим, он сделал вывод для себя. «Не бывало, чтобы смертный обреченье отвратил. Никто не может отвратить провидение, то, чему суждено, свершится. Кто изменит провидение, кто изменит бытие? Никто не может предпринять что-либо, если его звезда тому не благоприятствует». Такого же мнения оказался и визирь Растевана. «Кто спасется, если роком он к погибели влеком? Никто не может избегнуть гнева, ниспосланного провидением». Руставели варьирует мысль, утверждает ее в сознании читателя, а переводчик вслед за ним повторяет его прием, повторяет искусно, с новыми стилистическими оттенками, как и в подлиннике. Силой собственной хвалиться — дело пьяных и повес. Без Господней воли силе не дается перевес. Искра малая возникнет, и сгорит великий лес. Как мечом разрежешь древом, заслужив любовь небес. Человек, не гордись своей силой и не кичись, как пьяный. Мощь не принесет пользы, если сила Божья не поможет тебе. Повергает большие деревья и сжигает их малая искра. Если Бог защищает тебя, одинаково рассечешь, ударив поленом или мечом. Петренко, помимо религиозной стороны, Господня воля, любовь небес, с достоверностью воспроизводит руставелевское понимание человеческой скромности, подчеркивает мысль о том, что залог победы не всегда в грубой силе. Руставели признает высшую силу провидения, но вместе с тем считает, что во многом сам человек творит свою судьбу. Мы уже цитировали: «В жизни каждый переносит то, что сам себе принес». Та же мудрость проповедуется и здесь. Больше, чем врагу противник, человек себе вредит. Враг так не повредит к врагу, как человек самому себе. Созвучность идей. Она существует и в подлиннике, и в переводе. В последнем дело не только в ее простой фиксации, но и в художественном воплощении, что бесспорно в отмеченных примерах, но не везде. Руставели, придавая огромное значение силе воли, опыту, мудрости человека, заключает: «Пока твоя голова на плечах, не счесть тебя одиноким». С перевода трудно воспринять то же содержание. Если верить петренковскому варианту, ты не будешь одиноким, находясь самим собой. Именно будешь одиноким. Чичинадзе, утверждая примат формы афоризмов Руставели над их содержанием, прежде всего имел в виду, думается, величайшее мастерство автора лаконично, изящно и ярко выражаться. Между прочим, Петренко не сумел коротко выразить авторскую сентенцию о краткости. «Длинная речь сказывается кратко, тем и хороша поэзия». Чтобы охватить одну строчку подлинника, ему понадобились две строчки.
Весь простор могучих мыслей заключает краткий стих. Тем прекрасна речь поэта, тем отлично от иных. Не удалась Петренко и важная для понимания авторского взгляда на поэзию строка. Поэзия изначально, стихотворство, одна из сфер мудрости. Есть в поэзии течение слов премудрых и святых. Редактор второго издания петренковского «Витязя», видя, что афоризм явно не состоялся, в примечании дал подсрочный перевод. Также пришлось ему поступить в отношении и этой строфы. «О, зачем ты, мир неверный, нас ввергаешь в вихри тревог? Все твое, как я, рыдает, приступает твой порог. Кто предвидит место смерти и узор своих дорог, но ярмо твоих предательств с человека снимет Бог». Это весьма популярное четверостишее в Грузии. Приводим его на дословный перевод. «О мир, в чем твоя суть? Что ты вертишь нами, какой ты выказываешь нрав? Всякий, доверившийся тебе, плачет вечно, как я. Куда поведешь, где родившегося, и чьи корни где вырвешь? Но Бог не покинет человека, покинутого тобой». Читаем в примечании. Переводчику, кроме первой строки, не удалась ни одна. Катрен получился аморфный, расплывчатый, неспособный отразить подлинник, полный горьких упреков бренному миру. «Плохо звучит и все твое, как я, рыдает, и узор своих дорог, и ярмо твоих предательств». Строфе не хватает четкости, энергии слова, не хватает драматизма. Упущенное переводчик отчасти компенсирует в других афоризмах, также связанных с осуждением коварного мгновенного мира. «С человеком, как погода, поступает мир земной, то обрадует лучами, то обрушится грозой. Судьба, мгновенный мир, поступает с каждым человеком, как погода. Порой солнце светит, порой небо гремит в гневе. Все дела земного мира — лишь бессвязный лживый сон. Слезы мир берет в оплату за веселье и смех. Мир мгновенный обретает нас во искупление прежних радостей». Что же касается милосердия Бога, оно нашло отражение в другом похожем афоризме. «Напоследок даст победу всем страдающим Творец». В конце концов, Бог ниспошлет победу всем, кто вначале был повержен в горе. Мы говорим Руставели, певец дружбы и любви, и это верно. А как же Петренко убеждает своих читателей, что так оно и есть? Есть три рода доказательств, чтобы дружбу доказать. Горькой, мучаясь разлукой, вечной близости желать, щедро все без сожаления дорогому отдавать, угождать ему и счастье для него везде искать. Все три условия, выполнение которых Руставели считает обязательным для друга, мы находим и в русском тексте. Дана в поэме и иная формулировка этой же мысли. «Друг пусть другу верно служит, не щадя себя ни в чем. Должно сердцу быть для сердца и дорогой, и мостом. Ради друга другу не подобает уклоняться от невзгод. Он должен отдать сердце за сердце, любовь должна быть путем и мостом». Слабость перевода заключена во второй строке, которая не вместила всего содержания подлинника, что и привело к его искажению. «Не сердце должно быть для сердца дорогой и мостом, а любовь,
Сердце же надо отдать за сердце. Кто не ищет друга, тот враг себе, учит Руставели. Петренко переводит. Не разыскивая друга, станешь сам себе врагом. Против истины переводчик не погрешил, но неточно подобранные глаголы повредили форме, а в конечном счете и содержанию. Ведь заметна разница между разыскивать и искать. Разыскивает преступник, а друга ищут. Тот, кто не ищет друга, не станет, а уже стал себе врагом. Возможно, мы проявляем слишком буквалистический подход к переводу, но нельзя же отрицать важности для него нюанса стилистического оттенка. Именно такими, казалось бы, незначительными недостатками и страдает часто перевод Петренко. Сошлемся на примеры. Иногда полезно слово, но и пагубно порой. Иногда речь лучше молчания, а иногда слово вредит делу. Сравнив перевод с подлинником, легко обнаружить, что он носит лишь внешнее формальное сходство с афоризмом и по существу не достигает истоков истины. Речь идет о неравноценности фраз Руставели и Петренко, что в конечном результате приводит к неравноценности высказанной мысли, неточности. В свою очередь, отмеченный недостаток влечет за собой поэтический брак. Иногда речь лучше молчания. Это мудрость, сентенция, которая никак не соответствует петренковской. Иногда полезно слово. Какое слово, кому и почему полезно? Без молчания, без подчеркивания превосходства речи над ним, цели достичь невозможно. Иллюстрацию пагубности неполезного слова предлагает сам Петренко. «Слаб, кто каждое мгновение той безжалостной не ждет». Ошибается и еще раз ошибается тот, кто не ждет смерти ежеминутно. Петренко для концептуальных экспрессивных слова «ошибается» и «еще раз ошибается» заменяет в корне несоответствующим «слаб». Сопоставляются не слабые и сильные, а предусмотрительные и непредусмотрительные, мудрые и легкомысленные. Одно слово в ущерб подлиннику нанесен ощутимый. В поэме «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели отстаивает идею централизованного государства, признает высшую власть монарха. Главное в том, что он считает возможным поставить во главе государства женщину. Этот его вызов современности блестяще выражен афоризмом «Щенки льва равны самцы или самки». Фраза, кроме основной идеи равенства между щенками льва, независимо от пола, содержит и комплимент, что он, Ростеван, лев. В переводе эти нюансы оказались приглушенными. Афоризм зазвучал так. «Львенок львенком остается, будь то самка или самец». Комплементарную сторону переводчик прекрасно передал в ином месте. Щедрость царская, подобно древу райскому, растет. В царях щедрость, как возвращенный в Эдеме кипарис. Кроме того, он мастерски воспроизвел еще одну известную концепцию поэта. «Снеть полезно, а хранимый бесполезным станет плод. Что отдашь, твоим прибудет, что оставишь, пропадет». Прок заготовленное полезно, но что пользы неразумно копить, что отдашь твое, что не отдашь, потеряно. Ложь и двуличие вредят телу, а затем душе, пишет Руставели. Вслед за телом губят душу двоедушие и обман, переводит Петренко.
«Ложь несет душе и телу бесконечные мучения», написано у Заболоцкого. Оба переводчика правильно передают мысли автора, но кое в чем они расходятся. В оригинале «ложь и двуличие», у Заболоцкого только «ложь». Петренко «двуличие» заменяет синонимом «двоедушье», что вместе с «ложью» означает и измену, и вероломство. «Порицаю человека бесстыдного, лживого и вероломного», скажет Руставели устами Автандила в том же завещании, откуда взята и предыдущая цитата. Рядом со лживым здесь стоит именно слово «вероломный». Эти два порока автор считает тягчайшими грехами человеческой души, поэтому их соседство в строке имеет принципиальное значение. Если я не буду их притворять в жизнь, какая польза от знания, учения, мудрости философов? Спрашивает уходящий на помощь другу Автандил. Надругательство над дружбой – это с мудростью разлад. Такова интерпретация Петренко. Если подойти к вопросу буквально, то переводчик допускает вольность. Но если углубимся в контекст, увидим, вольности нет. Строка является логическим продолжением уже высказанной мысли. «Мудрый человек не может покинуть любимого друга». Разве мудрым будет брошен друг в огне сердечных ран? «Любовь возвышает нас» — в этой короткой фразе заключена, как многократно отмечалось руствелологами, вся художественная и жизненная философия Витязя в «Тигровой шкуре». На любви, верности и преданности зиждется весь жизнеутверждающий пафос великого Руставели. «Нас любовь возносит» — лаконично по-руставелевски звучит перевод Петренко. И эта антитеза Руставели, истину молвит апостол, страх рождает любовь, находит свое воплощение в переводе. Из Писания известно, страх внушает нам любовь. Давно установлено, что там, где поэт не говорит, проститься. Беды превратности преследует Меджнура, они омрачают, отравляют ему жизнь. Но под конец радость достается тому, кто сначала сумеет снести горе. Любовь тяжка, она приближает нас к смерти. Она делает безрассудным ученого, опытного, учит неуча. В первой строке, создав собственное и весьма удачное, на наш взгляд, сравнение, Петренко усилил образность подлинника, придал ему трагически торжественное звучание. Трогательно, когда влюбленные смерти жаждут как венца, именно как венца. Адекватными надо считать и вторую, и четвертую строки, на фоне которых ущербным выглядит лишь конец третьей строки. «Страсть, губящая сердца», где переводчик сбился на общую туманную фразу. Апофеоз поэмы «Торжество добра над злом» заключено всего в двух строках. «Солнце приблизилось, мрак светлее для нас. Добро победило зло, оно добро долговечно». В переводе это выглядит так. Приближается светило, тьма отныне не темна, одолела добродетель, да главенствует она. В оригинале «добро долговечно» это преподносится как истина, а в переводе это призыв,
чтобы добродетель главенствовала. Юношеский запал, тяготение к активным формам выражения мешает Петренко добиться афористического совершенства строчек, но в то же время помогает усилению их эмоциональности, поэтичности. Особенно удались Петренко те афоризмы, в которых Руставели делится своими наблюдениями над жизнью, дает мудрые советы. В их передаче переводчик достигает значительной семантической и поэтической точности. То, что в раз нельзя запомнить, надо выслушать 100 раз. 100 раз следует прислушаться к другому, 1 раза недостаточно. Если в мире есть отрада, то зачем дружить с тоской? Когда мир исполнен радости, зачем кому-либо печалиться? Ведь в нужде бывает нужен человеку друг и брат. Брат и друг нужны тогда, когда человек в беде. Чтобы выполнить обеты, разве воля не нужна? Не требуется ли сердце для исполнения клятвы и обещания? 1000 выслушай советов, сердце слушайся во всем. Посоветуйся с 1000 людей, но чтобы не советовали тебе, поступи по велению сердца. Можно речью сладкозвучной из норы извлечь змею. Сладкоречивый язык может вызвать змею из норы. Для чего тому богатство, кто не пользуется им? Если не воспользуешься, то какая польза от скрытого клада? Будь разумен, безрассудно дел труднейших не творят, что подарит жизни роза, созерцая свой закат. Совершающий трудные дела должен быть человеком разумным. Бесплодной останется роза, увядшая без солнца. Нож не лечит рану, срежет или вызовет нарыв. Нож не может исцелить рану, он углубит ее или разбередит. Кто свою же кровь кушает, как того излечит врач? Врачу не исцелить того, кто пьет собственную кровь. Посох дьявольского корня злата деет много зла. Посмотрите, что делает злата, это отросток дьявольского корня. Никогда отрады злата златолюбцу не дает. Лишь со скрежетом зубовным в землю алчущий сойдет. Злато входит и уходит, все не сходится расчет. Жадность к миру дух привяжет, отвлекая от высот. Золото любящим его никогда не даст радости. Жадность до дня смерти обрекает их на скрежет зубовный. Золото прибывает и убывает, но каждому все мало, сетует он на судьбу. Золото привязывает душу человека к всему миру, мешает ей воспарить ввысь. Безрассудный в деле трудном обретает лишь позор. Пред поспешностью хулимой спешка славимая вздор. Легкомысленный не может помочь трудному делу, сказано, осуждаемая медлительность лучше восхваленной поспешности. Даже гордый станет весел, шутку добрую узрев. Добрая шутка забавна, она даже гордеца делает веселым. 1000 осилит средства лучше избрав. 1000 может одолеть 1000, если сыщет лучший образ действий. Как видим, Петренко руставелевские афоризмы в большинстве своем воссоздает с пониманием авторской позиции, его взглядов и убеждений. Правда, встречаются и обидные неточности, на некоторые из них хотелось бы обратить внимание. Оригинал,
так же, как розу и навоз солнце равно заливает лучами, перевод солнце розам и навозу шлет равно дары лучей. Категорическое возражение вызывает толкование слова «нехви», как навоз в данном контексте. Еще Чевчавадзе и Церетели, консультировавшие Марджори Урдроп, указывали, что слово «нехви» в поэме Руставели означает «зловонную траву». Этого вопроса касается Чантурия в полемической статье «Копилка полной мечты». «Изо всего видно, — пишет он, — что нехви, упомянутый витязи в тигровой шкуре, кажется Петриашвили не больше, не меньше навозом. Руставели — гениальный поэт, и в отличие от некоторых из нас прекрасно знает, что розе нужно противопоставить другой цветок, который не является розой. Именно цветок, а не навоз или эспандер. В самом деле, нехви, как это давно выяснено руствилологами, розоподобный цветок неприятного запаха, поэтому Руставели ставит его рядом с розой. В подстрочном переводе Иорданишвили, как мы увидели, эти толкования не нашли своего отражения. Не исправила оплошность и Чичинадзе. Неправильное понимание слова «нехви» встречается и в другом месте. Оригинал «я, соловей, в разлуке с нею сижу на навозе, как ворона». Перевод «я, как ворон на навозе, хоть рожден, как соловей». Консультанты ввели в заблуждение Бажана, в переводе которого, как и в переводе Петренко, нехви толкуется как навоз. «Блыск на гней и на троянды, солнце ривно, лев просторий». «Блеск на навоз и на розы, солнце равно льет в просторе». «Та с троянды расставшись, став я круком на гною, но с розой расставшись, стал я вороном на навозе». Если в отмеченной ошибке нельзя винить Петренко, как и Бажана, то недосмотр, на который укажем ниже, допущен явно им и редактором. Фатман проводит ночь с Автандилом. Фатман наслаждалась им, как соловей. Когда ворона обретает розу, она воображает себя соловьем. Перевод. Услаждались, ликовала, с ним лежащая вдвоем. Ворон розу обретая, стать захочет соловьем. Фатман сравнивается с вороном, а не с вороной, как у Руставели. Кстати, эта неловкость исправлена в примечании ко второму изданию, где читаем «Ворона, обретя розу, мнит себя соловьем». Встречаются случаи, когда Петренко понятие подлинника заменяет неполноценным понятием. Оригинал. «Бог не оставит человека, если только человек это понимает». Перевод. «В трудном деле человека не покинет высота». Очевидно, несостоятельность слова «высота», когда речь идет о Боге. Бывает и так, что переводчик изменяет содержание первоосновы. Оригинал «что тревожит самого, в том сочувствуешь другому». Перевод «не должна быть для страдальца чуждой чужая беда». На русском языке получена мотивированная сентенция, не противоречащая общей концепции поэмы, но не являющаяся переводом данной строки. Оригинал. «Из всех врагов самый страшный друг, ставший врагом. Враг, прикидывающийся другом. Если человек мудр, он не доверится ему сердцем». Перевод. «Разъяренный друг страшнее самых яростных врагов. Не доверится такому, кто не вовсе без голов».
том-то и дело, что автор говорит не о разъяренном друге, а о враге, прикидывающемся другом. Читатель заметит, что почти все промахи переводчика легко исправить. И когда акцентируем на них внимание, нельзя не помнить о том, что имеем дело с трудом 28-летнего переводчика, не дожившего даже до его издания. Одной из главных особенностей руставелевского стиха является его метафоричность. Само название поэмы «Вебхист Као Сани» уже метафора, но в переводе оно, к сожалению, шифруется. Преобладание метафор над прочими видами тропов – традиция восточной поэзии, и поэтика Руставели в этом отношении не составляет исключения. Однако для Руставели использование метафор все же нечто несравненно больше, чем традиция. Это его творческая индивидуальность, манера его поэтического мышления. Некоторая пышность, характерная для восточной поэзии вообще, не может уменьшить самобытность, независимость руставелевских метафор. Каждый художественный образ витязя вычеканен, выточен и носит неповторимый авторский отпечаток. Неиссякаемая палитра великого мастера, он находит удивительное сходство между отдаленными друг от друга предметами и явлениями. Находки эти мотивированы, эстетически приемлемы. Значения слов раскрываются друг через друга, сложные толкуются посредством простого. Главное — разгадать объект сравнения, который, согласно природе тропа, пропустил поэт. Это часто затрудняет синтез объективного и субъективного, рационального и эмоционального. Чтобы метафора ожила, нужны два условия – форма и радиус действия, ядро в центре и перспектива вокруг. Ядро раскрывается, как чудо, сказочный цветок, но в окружающем сиянии мы находим его название и чувствуем его аромат. Метафора подчинена зрению, иногда тончайшему, и именно зрение ограничивает, придавая ему одновременно предметность. К этому можно добавить, что восприятие метафоры зависит от остроты зрения того, кто воспринимает. О метафорах Руставели писали многие исследователи, но вопрос этот отнюдь не исчерпан. В конце концов, в поэзии, даже современной, не всегда понятно все до конца. Таинственность, загадочность образа, строфы часто являются притягательной силой всего произведения. Читателю нравится, когда он соавтор чувств и воображений поэта. Ведь, как ни странно, сила поэзии заключена не только в облаженном в ее строке смысле. Разберите стихи на слова, отбросьте бубенчики рифм, ритм и размер, даже мысли отбросьте, провейте слова на ветру. Если все же останется что-то, это и будет поэзия. В «Витязи в тигровой шкуре» сравнение не занимает такого особого места, как метафора, но если учесть, что почти все остальные тропы – параллелизм, метафора, гипербола и другие – берут начало с него, то сказанное придется уточнить – сравнение в чистом виде. Несмотря на это, оно способствует нашему пониманию высокого поэтического мастерства Руставели, его своеобразного видения мира. Чичинадзе пишет: «В этой поэме особенно следует отметить одно необычайное сравнение,
изобличающий в авторе человека, проводившего долгие часы на берегу моря. Тариел, упавший в обморок во дворце и приведенный после в чувство, видит, что его окружают царедворцы, и он так передает эту картину. «Они меня окружали, как окружают лодку люди, собирающиеся сесть в нее». Подобное сравнение просто не могло прийти в голову поэту, который органически не впитал в себя образ морской жизни. Чичинадзе вел целую полемику с Ингароква по поводу правильного прочтения данной строки. Последний полагал, что ее следует читать так. «Домочадцы окружали меня, как собирающегося сесть в лодку». Оппонент возражал. Выходит, что садиться в лодку собрался Тариел. Но он ведь лежит в обмороке, не помнящий ни лодку, ни себя. Кроме того, где же в этом измененном сравнении лодка? А в настоящем тексте в лодке подразумевается лежащий Тариел. Академическое издание «Витязя» признало трактовку Чичинадзе. Она воплощена и в переводе Петренко. «А когда очнулся, слышал, громко плакали друзья, окружил меня, как будто те пловцы, а я ладья». Переводчик, как бы поддерживая своего консультанта и редактора, конкретизировал сравнение, не оставив никакой почвы для его двоякого прочтения. Трудно гадать по собственному убеждению или просто по оплошности, но Петренко не реализовал другую чичинадзевскую трактовку сравнения Руставели, которая нам кажется убедительной. Чичинадзе подтверждал основательность мнения Барамидзе, что строка «Искрита моклис надири ростомисм клав угрзеситал» подразумевает сравнение автандиловой десницы с десницей Ростома, а не сравнение стрелы с десницей Ростома, как считал академик Шанидзе. И Арданишвили дает именно толкование последнего. Он убил дичь стрелою, которая была длиннее десницы Ростома. Петренко точно воспроизвел его. «Дичь сразил стрелой длиннее, чем Ростомова рука». Насубидзе и Заболоцкий также оказались приверженцами сравнения стрелы Автандила с рукой Ростома. Насубидзе. «Подстрелил он дичь стрелою, что длинней Ростома длани». Заболоцкий. «И длинней руки Ростома он стрелу пустил в оленя». Цагарели не принял ни одно из мнений и в итоге вообще исказил сравнение. Тура поразил стрелою, длинной, как рука Ростома. Оленей Тур — плоды воображения Заболоцкого и Цагарели. Бальмонт пропустил троп, у него Автандил проголодался, застрелил дичину он. Бажан опроверг оба прочтения и предложил свой вариант — «Звіров бив він, так влучати не щастило й Ростому. Звірів бив он, так попадать не везло й Ростому». В українському переводі сравнюються люди Автандил з Ростомом. Среди реалістичних, носящих відпечаток національного бытового колориту сравнений, називає академік Барамидзе строку. Так навалены были всякие доспехи, словно соленья. Петренко по-своему сохранил этот национальный колорит в своем переводе. Словно овощи на рынке громоздились горы лад. Реалистические сравнения подлинника Петренко передает также реалистическими сравнениями и в таких случаях. Как семи светил сверканье, рос огонь, прильнув к огню.
Они были подобны всеми светилам, с чем я еще могу их сравнить. Приезжая к тебе, я встречу как родитель и как брат. Теперь приди, я буду чествовать тебя как брата и родителя». Роем пчел вздымалось войско, только руку подыму. Меня сопровождало множество воинов, словно пчелиный рой. Мне завидовало солнце, словно сумерки утрам. Я превосходил солнце красой, как утренний час сумерки. Как свеча горел и таял всадник, сердце сокрушив. Так он плакал, горел, таял, подобно свече. Тело сходно было с пальмой, сердце было словно сталь. Он, чей стан, подобен кипарису, и чье сердце — железу. Тучи стрел зверей косили, как колосья на полях. Стреляют и кричат, косят зверей, как колосья. Львам они подобны были, и враги их стаду коз. Сами они уподобились львам, а врагов своих обратили в козлов и ланей. И тебя спешу увидеть, как родимого отца. Желаю по чести свидеться с тобой, как с отцом и родителем. В «Витязе» в тигровой шкуре мы находим сравнения глубоко ассоциативные, как, например, «Усмотрев цветенье вешним моего прихода знак, вздрогни вдруг, заметив розы, словно слыша лай собак. Сроком моего прибытия я назначаю время обилия роз, пусть вид роз насторожит тебя, как собачий лай». Автандил перед отправлением на поиски Нестандерджан назначает срок встречи Тариэлу. Время обилия роз — месяц май. Нуцубидзе Кумсишвили. По мнению Багратиони, сравнение имеет следующее значение. Собака, увидев незнакомца или услышав звуки шагов, или, почуяв запах, начинает лаять. Для хозяина это знак, пришел приятель или враг. Таким знаком Тариэлу должно послужить обилие роз. Сохранив нюансы подлинника в сложном тропе, Петренко не смог воссоздать более простое и обычное сравнение. Уподобил его трупу бездыханному, как тлен, и как ком земли швырнул оземь. Перевод подает минимальную поэтическую информацию. Он седла его на землю сбросил, яростью полим. Образно-эмоциональная сторона первоисточника никак не компенсируется отсебятиной яростью полим. 10 000 тел застывших громоздились кругом. Переводчик упростил сравнение. «Царских слез росой обильной был я щедро окроплен. Пролитыми царицей слезами можно было наполнить море». Перевод не отражает драматизма подлинника. Во-первых, плачет царица, а не царь. Во-вторых, слезы, которыми можно наполнить море, никак нельзя сравнить с росой. Перед нашим взором встают целые потоки реки слез, а не слез роса обильная. Красоту свою умножил, уподобился лучу. Приумножил свою красоту, лев уподобился солнцу. В переводе «лев» совсем исчез, а солнце превратилось в жалкий луч. Примеры удачного или неудачного воссоздания сравнений можно приводить еще и еще, но нам интересна не фиксация примеров, а выявление определенной тенденции. Петренко постоянно старается компенсировать потерю в ином месте. Такая тенденция пронизывает весь его перевод,
о чем мы специально будем говорить, а теперь проследим, как он справляется с метафорами. Для Руставели метафора в основном средство портретной характеристики его героев, передачи их внутреннего духовного состояния. В ее понимании расшифровки переводчику часто помогают именно сравнения. «Косы вороновы крылья без конца к себе влекут. Знаю и я, что у нее, лишившие меня рассудка, волосы воронового крыла, она красива. Молвил он, твои ресницы обратил в гишеры Бог. Витязь ответило солнце, превратившее в гишер свои ресницы». В дальнейшем мы не раз встретим эти вороновы крылья, гишеры, которые по контексту будут означать то волосы, то ресницы. «Силой льву, красою солнцу, станом пальме равен стал. Я походил силой на льва, видом на солнце, статью на возвращенного в Эдеме», скажет Тариэл и раскроет суть трех метафорических эпитетов «льва», «солнца» и «возвращенного в Эдеме», которые автором применяются и в отношении других героев, что можно установить также по контексту. Правда, не все метафоры и эпитеты воспринимаются одинаково разными исследователями и переводчиками. Автандил передает Тариэлу письмо и лоскут шарфа Нестандараджан. Тариэл упадет в обморок. Автандил присел, излился сладкозвучный слез поток. Был разорван ворон, севший на хрустальный потолок. По граненому рубину бил алмазный молоток, и коралловые струи из разбитого извлек. Автандил принялся оплакивать, плачет голосом своим прекрасным. Ворона волосы часто спугивает, рвет с хрустального потолка головы и лба, разбивает граненый рубин, лицо молотом алмазным рукой. Оттуда стекают родники, которые я сравнил бы по цвету с кораллом. Чичинадзе отстаивает трактовку Иорданишвили и спорит с профессором Кобидзе и профессором Барамидзе, считавшими хрустальный потолок пальцами рук, ссылаясь на Аристотеля, указывавшего на то, что создавать хорошие метафоры означает замечать сходство между предметами. Он вопрошает, чем похожи пальцы рук на потолок? Совершенно ничем. Когда Руставели нужно изобразить, как рвут волосы руками, он пишет, и гешеровую чашу рвали грабель острия. В этой метафоре очевидно сходство между рукой и граблями. В переводе Петренко заметно стремление к точной расстановке акцента именно в соответствии с толкованием Иорданишвили и Чичинадзе. В принципе, цель достигнута. Но режет слух фраза «сладкозвучных слез поток». Определенно сладкозвучный относится к голосу Автандила, а не к его слезам. У Заболоцкого правильно, Автандил сладкоголосый. Не подходит и глагол «севший» в данном случае. Две последние строки выполнены прекрасно, с сохранением словесного аксессуара подлинника и метафоричности. Но Цубидзе переводит. Автандил сидит и плачет, словно стонет запевало. Крылья ворона взметнулись вдоль хрустального овала. Отчеканенную тонко взбороздил он гладкость лала, и слеза струею алой полонитами стекала. Переводчику можно было бы возразить, что плакать голосом прекрасным — это не совсем стон запевалы, что в четвертой строке он шифрует значение коралловых струй, тем более, что шифровка эта неправильная. Говорится не о слезах, а о настоящей крови, которая течет по расцарапанным щекам. Так подсказывает и логика строфы
Так думаєте за. Молотком із адаманта губ полуоткритих лали, он розбив, і кров стікала у подобязь багрицу. Это Цагарелли. В «Вороне» он подразумевает ресницы, а в отношении граненого лала согласен с Заболоцким. Кроме того, что в чисто поэтическом смысле он уступает предыдущим переводчикам, еще и раскрывает, правда, по-своему, значение всех метафор. В ростовологической литературе высказывались разные мнения по поводу значения отдельных элементов метафоры. Среди роз близнецами красовались кораллы и жемчуга. Дженишвили, Хундадзе, Боромидзе и Орданишвили. Принято считать правильным ту расшифровку, которая дана в подстрочном переводе Орданишвили. Розы – губы, кораллы – десны, жемчуга – зубы. Это мнение разделяет и Серебряков. В статье «Некоторые метафоры Руставели в русских стихотворных переводах» он сопоставил переводы Петренко, Нуцубидзе, Цагарелли, Заболоцкого и Бальмонта. Петренко. Средь кораллов красовался жемчуг блещущих близнят. Нуцубидзе. Украшает лал и жемчуг розу, словно близнецы. Цагарелли. Зубы близнецы сияли жемчугом молочно-ясным. Заболоцкий. В розах губ блистали перлы, изливая пламена. Бальмонт. Розы рдели щек красиво, заревого свет отлива, и коралл, и жемчуга. Исследователь правильно отмечает, что в этих переводах мы наблюдаем разные принципы подхода к передаче адекватной русской метафоры. Заболоцкий, в отличие от Нуцубидзе и Петренко, стремится дать объяснение метафоры, раскрывает ее содержание в розах губ. Этот принцип доведен до крайностей в переводе Цагарелли, но здесь метафора совершенно исчезает. Конкурирующими, как видим, Серебряков считает переводы Петренко и Нуцубидзе. Однако в петренковской лексике ему режет слух слово «близнята». В сноске он пишет: «Слово это чуждо современному русскому литературному языку, и хотя оно и употреблялось ранее в народной речи, вошло оно и в словарь Даля, но использование его в переводе Руставели мы считаем весьма сомнительным. Щеголяние такими исконно русскими словами вообще характерно для Петренко, и это следует считать одним из недостатков данного перевода. Упрек этот серьезный, и над ним стоит задуматься. Начнем с того, что подлинник – произведение XII века. Слово «ткубани», переданное Петренко как «близнята», для современного грузинского литературного языка является архаическим. Мы его находим в известном словаре Сулхана Саба Орбелиани и в словаре древнегрузинского языка Абуладзе. А вот «близнята» зафиксировано во всех словарях современного украинского языка. Кстати, «бажан» слово «ткубани» переводит именно как «близнята». «Миш троянд ее обличчя цвів разок перлин близнят». «Между розами ее лица цвело ожерелье жемчугов близнецов». Отсюда следует, что это, скорее всего, своеобразное выражение принадлежности Петренко к двум языковым и поэтическим русско-украинской культуры.
Отметим также, что в самом витязе в тигровой шкуре нередко встречаются исконно арабские и исконно персидские слова, куда более отдаленные от грузинского, чем русский от украинского. Тем не менее, никто не упрекнул Руставели в злоупотреблении, щеголянии ими. Вызывает разногласия среди специалистов толкование и этой метафоры Руставели. Тот дождь, который прежде морозил розу, стал теплее, нистан смягчилась. Я видел перлы, красиво окаймленные кораллами. Она улыбалась. Они пишут чуть ли не все исследователи витязя в тигровой шкуре. Расшифровка академика Барамидзе такова. Дождь утих. У Нистан Дариджан настроение изменилось, она успокоилась, умиротворилась. Притих тот дождь, который раньше розу, то есть лицо Нистан, леденил. Девушка, грустившая до сих пор, теперь улыбнулась. Появились аккуратно усаженные на кораллы, на деснах белые сверкающие зубы жемчуга. Петренко иначе воспринял образный смысл метафоры, о чем свидетельствует его перевод. «Дождь утих, что прежде розу непрерывно заливал, улыбнулся войско перлов, окружающий кораллу». Во-первых, «непрерывно заливал» не означает «леденил». Во-вторых, по справедливому замечанию Серебрякова, в переводе Петренко инверсия делает строку труднопонятной, и если только вдуматься в нее хорошенько, получится «улыбнулся коралл, окружающий войско перлов», то есть зубы, и значит «улыбнулись уста». Конечно, можно утверждать, что метафора не математическая формула со своим единственным точным значением, и что при интерпретации многое зависит от субъективного восприятия ее переводчиком, что ни у Руставели, ни у других поэтов нет метафор, заранее принятых за понятные. Такое утверждение не противоречило бы истине, если бы Петренко справился с чисто стилистической стороной стиха. Вместе с тем вызывает недоумение категорическое заявление Квинтрадзе, что такое художественное средство, каким является метафора, не повторяется на другом языке. Нужно создать новую, несущую в себе правду оригинала, образную метафору, которая облегчит восприятие художественной мысли. Покажем на примерах, что метафора переводится и переводится почти адекватно с подлинником. «И луна осталась полной, непроглоченной змеей». «И луна осталась полной, непроглоченной змеей». «И коралловые двери открывались жемчугам. Распахнутые пурпурные врата являли перлы, губы и зубы. Роза вяла и желтела, тополь ветви наклонял, и в лазурь преображалась белизна и рдяный лал». Таких примеров можно отыскать немало как у Петренко, так и у Заболоцкого и Нацубидзе. Другое дело, что в стихотворном переводе далеко не всегда удается достичь уровня подлинника, отобразить все его особенности. Теоретики, да и практики, бьются именно над вопросом, как истолковать подлинник по своему разумению, оставаясь, однако, исполнителем авторской воли. Как сделать перевод явлением своей литературы, своего языка, сохраняя при этом оттенок чужого? И какова здесь допустимая мера? На эти вопросы с определенной ясностью еще никто не ответил. Едва ли ответит на них и в будущем, ибо речь идет о сугубо субъективных вещах, где все решает эстетический вкус, поэтическая интуиция, опыт, мастерство. От их совокупностей зависят удачи и неудачи переводчика. Иллюстрацией может послужить Катрен. «Перед ней алмазным ливнем был всегда залит ковер, и гешеровые копья закрывали скорбный взор».
Чащи черные черпали черноту больших озер и просвечивали перлы сквозь коралловый раствор. Фатман рассказывает Автандилу, в каком состоянии она заставала скрывавшуюся в ее доме Нистандарджан. Высокопарность речи очевидна. Жена купца, искушенная в роскошных вещах, видала я немало самых редкостных вещей. Часто употребляет название драгоценных камней. Серебряков предполагает, что, возможно, это и речевая характеристика персонажа. Похоже, что так оно и есть. Петренко проявляет максимальное старание вдохнуть в свои строки душу подлинника, придать им ту раскованность и внутреннюю свободу, чем отмечена вся поэма Руставели. Энергия грузинского слова, его музыкальное звучание передаются и русским словам перевода. Происходит перевоплощение, рождается новая действительность, продиктованная уже существующей, известной нам. Мы воспринимаем эту действительность, узнавая в ней масштабность первоисточника, его живописность. Пересказывать стихи прозой всегда кажется невежеством, ибо разрушение единственно правильного расположения слов в стихотворной строке равно разрушению гармонии. Но такова уж неблагодарная миссия исследователя. Ему то и дело приходится заниматься литературоведческой анатомией. Вот и сейчас мы должны констатировать, когда Фатман входила к Нистандарджан, то перед ней стояли запруды слез в чернильном омуте, то есть в ее глазах. Лежали гишеровые копья, ресницы, из чернильных озер глаз проливались полные чаши черных камней, слез. Меж кораллами и агатом устами проблескивали близнецы жемчужины зубы. Так Руставели объединила совершенно разные понятия и явления, связал их прочными узами неопровержимой логичности. Что здесь остается переводчику? Мудрить и выдумывать нечто подобное не так-то это просто. Мудрить и выдумывать нечто подобное, чтобы облегчить себе муки творчества или не отягощать себя лишними хлопотами и переводить так, как написано автором. Задача еще сложнее. Такая дилемма всегда возникает перед переводчиком, когда ему предстоит покорение вершины высшей категории. И, как ни странно, в большинстве таких случаев выбирают именно второй путь. Все же легче, когда чувствуешь плечо автора, тем более, если этот автор — Шатар Руставели. Петренко, оставаясь верным духу подлинника, делает слова Фатман поэтически убедительными, впечатляющими, вкладывает в них тот же смысл, что и автор. Предчувствуя, что во второй строке придется намекнуть на семантику гишеровых копьев, Петренко сразу же принимает меры и запруды слез заменяет алмазным ливнем, создает метафорический двойник, перекрывает потерю первой строки. В третьей строке он достигает большого музыкального звучания благодаря чередованию звуков «ч» и «р», но упрощает «озер». Все эти перемещения акцентов нам кажутся допустимыми, но вот с трактовкой четвертой строки нельзя согласиться. Осужденные Серебряковым близнята исчезли вообще, их заменили перлы. Операция почти безболезненная, но коралловый раствор, что воспринимается не иначе, как жидкость, свел на нет попытку спасти образ. Этот единственный серьезный промах нанес значительный ущерб в целом прекрасно переведенной строфе. Заболоцкий, возможно, из-за перестраховки, он, естественно, был знаком с переводом Петренко, вообще отказался от кораллов, агатов, прочих драгоценностей и написал: «Близнецы зубов сияли из волшебных уст девицы». Просто и ясно.
едва справился с задачей Нацубидзе. Его перевод «Близнецов жемчужных блещет между лалами ограда», что бесспорно передает руставелевский образ, но стилистическая шероховатость строки ощутима. Сложная инверсия делает ее туманной. Вот каким крепким орешком становится иногда для переводчика трактовка понятного образа. Казалось бы, понятна и эта метафора. Осыпая градом хрусталя слез ланиты и леденя розы лик, трепетал его стройный стан. Перевод Петренко. Град побил цветок хрустальный, зашатался статный стан. Комментарий Серебрякова. Здесь, как мы видим, роза и хрусталь объединены в один цветок хрустальный. Такое толкование метафоры неправильно. Можно спорить со всеми, кто отстаивает единый вариант прочтения данной строки. Хундадзе, Барамидзе, Серебряков. Ведь нет никакого...